посвящается она всем тем, кто умеет ждать, надеяться и верить сквозь туманы в йогу. Электроакустическая версия. Прошлых лет не заботится это, но пока лишь тоска. Вновь
підійшов, подругу скостували в його кричі, друге слище мої, но не стали м'ясо сам наші, а чи м'ясо сам це улыбнявся нам з тобою. Спасибо. Олег, можно немножко скрипку потише сделать на сцене? Саш, хорошо немножечко? А то просто уж очень ты так... Да, чуть...